Дорогие друзья, уважаемые граждане Молдовы, сегодня мы регистрируем список кандидатов избирательного блока Рената Усатова. Мы идем сегодня на эти выборы под девизом «Блок Рената Усаты – это добро с кулаками». В Молдове сегодня, чтобы добиться люстрации, чтобы посадить всех негодяев в тюрьму, чтобы очистить систему, чтобы перезапустить страну, Молдове нужно сегодня добро с кулаками. Почему добро с кулаками? Я всю жизнь сделал добро, но сегодня для того, чтобы добиться серьезных результатов на национальном уровне, можно делать добро сколько угодно, но нужен сегодня жесткий кулак, и избирательный блок Рената Усаты это будет кулаком народа, который просто уничтожит, еще раз повторяю, не отправит на свалку, а уничтожит всю эту воровскую, криминальную, мафиозную систему. И поверьте мне, что страна будет совсем другой. И первые же события, которые произойдут в стране после досрочных парламентских выборов, я уверен, что вас в этом убедят. Мы сегодня идем в очень грязную, сложную кампанию, когда вы все стали свидетелями того, что был создан какой-то блок. Будет очень много партий фейков. Будет очень много грязи, потому что сегодня идут те, кто грабили страну. Многие из тех, кто грабили страну в течение последних 10, 15, 20 лет, пытаются реанимироваться, попасть в следующий парламент. Избирательный блок Рената Усаты – это следующий парламент без бывших. Мы отказались от идеи, чтобы в списке были бывшие депутаты, бывшие министры. Мы идем сегодня с серьезной командой, более 20 юристов, 16 экономистов, более 10 бухгалтеров, педагогов, финансистов, дипломатов. Я четко понял, что люди должны делать выводы о поступках и о том, что все кандидаты до сих пор сделали. Нам есть что показать, у нас очень хорошее CV. Вы знаете всех наших примаров городов, вы знаете наших активистов, наших коллег, потому что мы доказали на деле то, что мы умеем. Нам предстоит огромная работа. Я обращаюсь ко всем гражданам страны, сейчас к русскоязычным. Уважаемые соотечественники, вы когда видите вот этот бред, когда одни меня называют уже унионистом, другие называют правой партией, когда пугают, что запретят молдавский язык, когда кричат о том, что запретят русский язык, когда кричат об объединении с Румынией, вы поймите, если вам несут такой бред, значит они реально нас боятся. Я еще раз со всей ответственности заявляю, что и в предвыборной кампании, и после нее в следующем парламенте блок Рената Усаты мы будем кулаком народа. И что их ждет, я вам скажу так, вам всем понравится, у них точно будут от этого только негативные эмоции.